Здравствуйте! Это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в Центре славянской письменности слова на ВДНХ. И в сегодняшнем выпуске мы узнаем, какую роль сыграл Александр Сергеевич Пушкин и его современники в становлении русского литературного языка. В четвертом выпуске журнала «Российский музей» за 1815 год было опубликовано стихотворение неизвестного молодого поэта с примечанием, ставшим пророческим. За доставление сего подарка благодарим искренно родственников молодого поэта, талант которого так много обещает. Это было стихотворение «Воспоминания в царском селе», впервые напечатанное за полной подписью его автора Александр Пушкин. Прочитанное 15-летним пылким юношей на лицейском экзамене в присутствии Державина стихотворение воспоминания в царском селе содержит весь набор устойчивых славянизмов, которые тогда были общим местом у любого начинающего автора. А там, в безмолвии, огромные чертоги на своды опершись несутся к облакам. Не здесь ли мирные дни вели земные боги? Не сель Минервы Росской храм, не сель Иризиум полночный, прекрасный царскосельский сад, где льва сразив почил орел России мощный на лоне мира и отрат. Промчались навсегда те времена золотые когда под скипетром великие жены венчалась славою счастливая Россия, цветя под кровом тишины. Вместе с тем, уже в этом стихотворении мы находим влияние французского синтаксиса. Юного поэта в лицее частенько называли французом. По свидетельству Вяземского, он лучше других товарищей своих говорил по-французски, лучше знал французскую литературу, более читал французские книги, сам писал французские стихи. Через год в литературную языковую борьбу он вступает уже как истинный француз, сторонник европейской культуры художественного слова. В то время в России противостояли друг другу две литературные группировки, которых можно условно назвать по их ярким представителям – карамзинисты и шашковисты. Николай Михайлович Карамзин действовал как ранний Тридиковский, о котором мы говорили в прошлом выпуске. стремился организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы. Ориентировался на разговорную речь высшего света и устранял церковнославянизмы. Но в отличие от Тредяковского, он понимал, что никакого салонного дворянского разговорного языка в России не сложилось и к концу XVIII века. А значит, его надо создать. Язык Ломоносова был признан устаревшим. Французская литература и культура – вот ориентир для тех, кто шествует по дороге прогресса. Значит, необходимо приобщаться к этой передовой культуре через введение в русский язык иностранных слов. Так в русском языке стараниями карамзинистов появляются такие слова, как «водевиль», «дирижанс», полиглот, тост, тротуар, эгоист. Французские слова, переведенные буквально по частям, то есть по морфемам, дали нам такие слова, как влюбленность, вольнодумство, достопримечательность, личность, ответственность, первоклассный, промышленность. Важной также представляется проведенная карамзинистами и другими литераторами, например, Фанвизином, Челковым, Новиковым, и форма синтаксиса, когда тяжеловесные конструкции уступают место текстам, построенным по принципам произносимой речи, которая легко читается. В то же время карамзинисты последовательно изгоняли из разговорной и литературной речи церковнославянизмы. Если они и могут быть использованы, то в традиционном жанре оды. В других случаях они производили на карамзина дурное действие. Речь простого народа, диалектизма, профессионализма также недостойны внимания, поскольку могут покоробить нежный слух светской дамы. главным оппонентом Карамзина выступил президент Российской Академии, министр просвещения адмирал Александр Семенович Шишков. Активнее всего он выступал против заимствований карамзинистов. В словах, мудро писал Шишков, должна заключаться мысль, иначе они будут пустые звуки. Действительно, очень важно при использовании слова ощутить образ, который лежит в его основе. Ведь каждый народ уникален, его история и культура отразились в слове, о чем мы говорили в нашем первом выпуске. Да и вообще, понимание прозрачных по своей внутренней форме слов осуществляется быстрее. Что лучше? Чешская «пешник» или французская «тротуар», — размышляет Шишков. При слове «пешник» гораздо приятнейшим для уха я тотчас же воображаю дорожку, по которой ходит пешком, а при слове «тротуар» надо бы мне еще узнать, что во французском языке есть глагол «тротер» — «ступать», из которого сделано слово «тротуар» — «ступальня». «Пешник» поймет всякий, а для тротуара надо бы всем учиться по-французски. Карамзинисты, настаивал Шишков, безобразит язык свой введением в него иностранных слов, таковых, например, как моральный, эстетический, эпоха, сцена, акция, катастрофа и тому подобных. Заимствования могут быть допущены лишь в узкой области науки, да и то, как временная мера. До тех пор, пока не изобретены будут соответствующие российские названия. Гораздо лучше фортепиано называть тихогромом, тротуар-пешником, аллегорию и насловием. За эту достаточно взвешенную по современным меркам композицию Шишкова объявят ретроградом и уже позднее припишут ему целую фразу, состоящую из слов, которые он придумал или мог бы придумать. «Хорошилище грядет из ресталища на позорище по гульбищу в макроступах», что означает «Франт идет из цирка в театр по бульвару в Калошах». По отношению к церковнославянизмам Шишков занимал последовательную позицию, также противоположную карамзинистам. Церковнославянизм – неотъемлемая часть единого языка. Ведь язык у нас славянский и русский – один и тот же, пишет Шишков. Если, как утверждают карамзинисты, русскими являются слова, употребительные в разговорном языке, то почему, спрашивает Шишков, мы говорим по-славянски «нрав», «враг», «владеть», «награда», а не по-русски «норов», «ворог», «владеть», «нагорода». Если глагол делать русский, а деяти славянский, почему мы говорим злодеяние, злодей? Кроме этого, Шишков признает важность использования средств живого народного языка, говоря о том, что народный язык, очищенный несколько от своей грубости, возобновленный и приноровленный к нынешней нашей словесности, сблизил бы нас с той приятной невинностью, с теми естественными чувствованиями, от которых мы, удаляясь, делаемся более жеманными говорунами, нежели истинно красноячивыми писателями. Таким образом, нельзя не видеть, что на, на самом деле при всей своей, как было принято долгое время считать, замшелости и ретроградности, Шишков выступал за стилистически богатый и разнообразный литературный язык, тогда как Карамзин за язык и изящный, но стилистически однообразный, ориентирующийся на норму светских щеголей и салонных дам. Хотя местами это выглядело очень красиво и трогательно. Например, на одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета. И всей карете увидела она Эраста. Ах! закричала Лиза и бросилась к нему. 16-летний Пушкин с юношеским задором взвязывается в литературную баталью на стороне карамзинистов. Пишет одну из самых э, своих остроумных эпиграмм на Шишкова и Шишковистов клянется в стихах верности Жуковскому и Карамзину. И вдруг. В 20 лет Пушкин выпускает в свет поэму Руслану Людмила, язык которой был подчеркнуто простонароден, групп. По словам критики, попытки соединить книжную и народную стихию напоминали ситуацию, как будто мужик в лоптях в армяке вторгся в какое-то благородное собрание, и закричал: «Здорово, ребята! И между тем она, Руслан, мигала томными глазами, и между тем за мой кафтан держалась тощими руками, и между тем я адмирал от ужаса, зажмуря очи. И вдруг терпеть не стало мочь, я с криком вырвался, бежал. Карамзинисты злорадствовали. Отвратительная картина, мужицкие рифмы. Как можно было написать рядом? Зажмуря очи. Славянское слово «очи» высоко для простонародного русского глагола «жмуриться». Лучше бы автору зажмурить глаза. Однако это были поиски гениального метода, первые его результаты, дописанное спустя 10 лет знаменитое предисловие к поэме Руслана Людмила, в котором явлена классическая пушкинская ясность, сопровождаемая многоголосием присоединений славянизма с разговорной речью, было безоговорочно принято всеми и органично вошло в русский культурный код. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубе и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песни заводит, Налево сказку говорит там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Практика показывает, что Пушкин не отрицает ни одной из существовавших тогда стихий, составлявших русский литературный язык. Живую речь он не отделяет от книжного языка, называя язык, на котором творит славяно-русским. Сам по себе звучный и выразительный. Живой язык через церковную традицию приобретает гибкость и правильность. Поэтому соединение элементов двух стихий, пишет Пушкин, совершенно естественно. «Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь». Здесь «крестьянин на дровне» – это разговорная стихия, а «торжествуя» – книжная. Или «Салавский жучку посадив себя в коня преобразив». «Преобразив» – это книжное слово, а «салавский» и «жучка» – это разговорные критика первой половины XIX века изощрялась в злорадстве, а нам сейчас кажется пушкинская полифоничность очень органичной. Народно-разговорная стихия, просторечие, фольклорная традиция – это то, что, в отличие от своих предшественников, Пушкин также активно использует в своих сочинениях. В просторечии Пушкин ценит то, что несет на себе отпечаток народного духа, образа мыслей, способа понимания окружающей жизни. Он пишет, как загасить вонючую лучинку? Как уморить курилку моего? Дай мне совет. Да, плюнуть на него. Используя просторечную лексику, Пушкин знакомит нас с прозой жизни, с новым предметным миром, превращая его в поэзию. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы куча, да пруд под сенью и в густых раздолье уток молодых. С помощью просторечий поэт не только изображает народные характеры в их национальной бытовой подлинности, но и поднимается до метафорических обобщений всей исторической судьбы России. Эй, пошел имщик, нет мочи, конем, барин, тяжело. В юго мне, слепая точи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле без нас водит, видно да кружит по сторонам. Важно понять, что у Пушкина речь идет не о том, что литературный язык опускается до разговорного языка простого народа, а о том, что элементы просторечия поднимаются до степени общенациональных средств литературного выражения. По отношению к заимствованиям Пушкин также придерживался разумного подхода. Он признает законным употребление иноплеменных слов, если они обозначают предметы и понятия, для которых нет подходящего выражения в самом русском языке. Вспомним классические строки, где Пушкин указывает на недостаточность русского словаря для обозначения новых вещей. Все тихо, просто было в ней, она оказалась верный снимок «Дю комильфо» — «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Также Пушкин не ограничивает свое стремление переносить значение французских слов на русские, так называемое семантическое калькирование, что и так было устойчивым процессом во второй половине XVIII – начале XIX века, если только в результате актуализируются выразительные возможности русского слова. Пушкин пишет «блистательное перо», «блистательное солнце словесности», «надежда робкие черты», «черты лица». Несмотря на возражение Шишкова, Пушкин неоднократно употребляет кальки, введенные крамзинистами. Влияние, трогательные впечатления, обстоятельства. Он не пытается бороться с тем, что и так уже вошло в русский язык. Важным для Пушкина было то, что заимствование и кальки, равно как славянизм и просторечие, не противоречили бы духу русского языка. Итак, кому же был Пушкин, предлагая в своем творчестве свою концепцию развития русского литературного языка? К Ломоносову, к карамзинистам, шишковистам? практически Пушкин разрушает все существовавшие до него концепции и принципы. Нельзя отвергать употребление славянизмов, европеизмов, простонародных слов, только потому, что они славянизмы, как писал Карамзин, или европеизмы, как полагал Шишков, или простонародные слова, как полагали отчасти и Ломоносов, и Шишков, и тот же Карамзин. Пушкин в 1828 году пишет, «Истинный вкус состоит не в безотчетном отверждении какого-то слова, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». Соразмерность и сообразность относятся не к отдельным элементам языка, а к их соединению в одно качественно новое целое. Слова сами по себе не являются ни плохими, ни хорошими. Их делает, их делает таковыми плохое или хорошее художественное употребление. А истинное употребление зависит от того, насколько слова соразмерны, то есть насколько они гармонируют между собой. При этом не исключается творческая смелость, которую проявлял сам Пушкин, а также, насколько слова сообразные, то есть насколько они верны и точны в отношении к предмету, к мысли автора, ситуации общения. Итак, Пушкин окончательно утверждает структуру русского литературного языка, которая заключается в синтезе всех живых языковых стихий. Что касается глубины использования церковно-славянской традиции, в этом отношении, как писал лингвист Николай Трубецкой, после Пушкина русский язык, по-видимому, стоит особняком среди литературных языков земного шара. Пушкин утверждает в качестве главного принципа литературного языка принцип художественности, а не идеологический принцип. Поэтому язык приобретает универсальный характер. Он может выражать любое идейное, научное, философское, политическое содержание. Как писал Григорий Осипович Винакур, отдельные элементы языка не могут быть изящными или грубыми сами по себе. Они, они непосредственно подчинены контексту в его конкретной целостности. Пушкин находит. Такие принципы употребления языковых элементов, которые стимулируют дальнейшее развитие и обогащение русского литературного языка. Неудивительно, что вся русская литература с именем Пушкина вступает сначала в золотой, потом в серебряный век своего развития. Из трехмерного литературного языка Ломоносова литература посредством Пушкина шагнула в мир бесконечного индивидуально-художественного варьирования литературных стилей, что привело к появлению таких разных писателей, как Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Островский, Толстой, Достоевский, Чехов. Все они обогащают русский язык новыми формами, новым содержанием, но одновременно являются литературными детьми Александра Сергеевича Пушкина. Вполне закономерно и то, что после пушкинской реформы литературного языка начинается развитие его функциональных стилей. Русский литературный язык приобретает национальный характер. В творчестве Пушкина окончательно утвердилась и грамматическая норма русского литературного языка, которая, если и менялась в течение XIX и XX века, то совершенно незначительно. Именно поэтому Пушкин считается родоначальником современного русского литературного языка. Как отмечал Гоголь, в Пушкине, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее всех раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Сегодня мы попытались понять, что сделал Пушкин для развития русского литературного языка, поверить алгебре и гармонию, как бы написал он сам. Но как бы не были ясны и доказательны наши аргументы, мы до конца, и это особенность нашего русского сознания, до конца все равно никогда не сможем понять, почему именно Пушкин неотъемлемая. Часть нашего культурного кода. Почему Пушкин наше все, хотя это именно так. И хотелось бы найти еще аргументы, однако, как писала Марина Цветаева: сейчас придет волна и не даст дописать, но я должна дописать до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я только успеваю подписаться, Александр Сергеевич Пушкин. И все смыто, как языком слизано, и опять гладкий шифер сейчас уже черный, как тот гранит. На этом я с вами. Прощаюсь, а в следующем выпуске Матрицы русского языка мы познакомимся с тем, как развивался русский язык в XIX веке и узнаем, кого называли тем, кто знает русского человека, как свой карман, как свои пять пальцев, кто первый талант в русской литературе после Гоголя. До новых встреч в Центре славянской письменности слова на ВДНХ и на телеканале ⁇ Русский мир ⁇